Картофель очистить от кожуры. Для маринада вскипятить 1 стакан воды и растворить в нем сахар и соль. Нашинковать лук, залить остывшим маринадом и добавить уксус. Свинину нарезать соломкой и положить половину нарезанного мяса в салатницу. Промазать майонезом и выложить слоем половину маринованного лука. 3 картофельные натереть на терке и распределить ровным слоем на лук. Промазать майонезом. Натереть 2 свеклы на терке и выложить ровным слоем. Оставшиеся овощи натереть на терке. Процесс повторить, выкладывая слои в том же порядке.